Здравствуйте, дорогие, уважаемые саратовцы! Ну, смотрите, вот какая была передача, да, у нас, получается, с губернатором была передача. Мое видео попало в этот объектив. Ну, такая же ситуация повторяется. Я вам объясняю, что на протяжении с 20 октября, подчеркиваю, с 20 октября 2023 года по сегодняшний день, по 9 декабря 2023 года происходит такая ситуация. Улица Чернышевского и Челюскинцев. Идут дома высотные по Челюскинцев. Естественно, ЖСК Мелиоратор. Я подчеркиваю ЖСК Мелиоратор, потому что мы требуем вашей помощи. И ЖСК Бирюсинка. ЖСК Бирюсинка. Это по улице Чернышевская и Челюскинцев. Вот вы сейчас видите, да, машины едут, пар идет. От этого никуда не деться. И вот такая вот ситуация происходит. Всего доброго, до встречи, пока. Ой, ой, в очередной раз. Ну, эпопея продолжается. Чернышевская, Челюскинцев. Что делать, куда звонить и как быть? Давайте, всего доброго, до встречи. Фрагмент мы все видели. Ну, естественно, наши колодцы тоже потекли. Вот, с Алексеем Петровичем Губановым мы созванивались. Ну, что нам делать? Понимаете, вот ни от вас, ни от нас, ни от председателя эта ситуация не зависит. Эта ситуация глобальная, подчеркиваю. Ситуация глобальная, что там на перекрестке пар идет, что здесь пар идет. Систему слива надо менять. Всего доброго, до встречи, пока. Ну вот такая нелицеприятная картинка. Пары идут, да? Это первый подъезд нашего ЖСК. Сейчас я встречался с женщиной ЖСК Бирюсинка. ЖСК Бирюсинка. Короче, надо нам объединяться всем микрорайонам, которые здесь проживают. А это практически 7 домов девятиэтажных. 7 домов девятиэтажных. И надо об этой проблеме что-то думать и решать. Получается, помощи нам ждать некуда. Тем более дорога, уже пояснили, это федеральная дорога через мост, через Волгу. Это стратегическое значение и вот такое вот отношение. Как мы будем дальше жить и думать? Давайте. Всего доброго, до встречи, пока. Это колодец первого подъезда. Проблема четвертого. Третьего и второго подъезда как бы по фасадной улице Чернышевская решена. Их очистили. Они по уровню стоят выше. И слив идет сюда. Но теперь проблема стала с колодцем номер первого подъезда. Предыдущее видео мы мое видели. Все начинается сначала. Поэтому прошу вас не винить никакого председателя, не надо там вот эти вот палки в колеса вставлять. Мы зависим от городской структуры. Всего доброго, до встречи.